Погода сегодня чудесная, питерская. Надеюсь, меня слышно. Идет дождь, у меня нет налички, чтобы поехать на автобусе, поэтому я иду пешком. Ну, ничего страшного. А насчет карты, мне почему-то сделали ее только на метро, хотя я заплатила ее на тот и на другой, но в автобусе всем пофиг, они не верят. Вот. Поэтому Алена идет и надеется, что не намочит ножки. А вообще немного хочу рассказать о вчерашнем, так скажем, курсе. Я посидела не полностью, потому что он поздно заканчивался. Я была там примерно, наверное, до, ну, несколько минут 10, минут 20, может быть, я оттуда ушла. Что мне мама сказала: поздно домой не возвращайся. Вот, но ничего, я послушала. В принципе, интересно было слушать. Но, в принципе, также у меня подобный взгляд уже сложился на английский язык. Поэтому вот конкретно новое, вот за эти 2 с чем-то часа, мне ничего не сказали. Но было интересно послушать его, конечно. Ну вот, лекции у меня закончились. У меня сегодня было 3 пары по экономике. И потом сейчас должен был продолжаться и быть у меня медосмотр, но я забыла копию полиса, и мне такие: приходи там после 18-го, ты нам не нужна. Там у нас какие-то тетеньки жутко вредные, с ними вообще невозможно ни разговаривать, ничего. И я такая: окей. Правда, там у меня сейчас, сказать, будут проблемы с физкультурой, но какое это имеет значение, господи, а? Ну, блин, ладно, это имеет значение, я не знаю, просто. Вот, поэтому я решила себя порадовать на самом деле. И я сейчас иду в кафе, хочу сходить попить кофеек. Я там видела одну вкусную штучку, не помню, как это называется. Я сниму, попробую, в общем, и расскажу вам. Ладно, идем отвлекаться от этой учебы и наслаждаться Санкт-Петербургом. Соседка уехала на день рождения, я сейчас сижу, пью чай, думаю, что мне посмотреть. Отвечала только что на ваши комментарии, просто спасибо вам большое. Я не верю в то, что вы мне пишете такие прекрасные вещи. Я сейчас еще сидела, домашку делала. У нас еще собрание было в общаге. В общаге, я так сказала, жутко. В общежитии, вот, там рассказывали о каких-то, знаете, правилах, типа: выкидывайте мусорку вовремя, а то заведутся тараканы, будто их нету. Вот, ну, в общем, да. Не знаю, что вам еще даже рассказать. Сегодня я решила немножко дома побыть, разобраться с какими-то делами, сделать разделитель в тетрадке. Вот, завтра у нас снова будет экономика. Да. И по понедельник тоже будет экономика. И, кстати, мне мама отправила посылку с одним молодым человеком из Добрянки. Вот завтра постараюсь с ним встретиться и забрать ее. Она мне там отправила фиников, которые я дома оставила. Отправила мне варенье. Потом вот вместе с ним, я не помню, она мне что отправила, если честно. Паспорт вроде бы загран. Что-то еще она... А, кофту она мне с ним отправила. И, в общем, она еще послала посылку почтой. Тоже жду, там куртка, ну, теплая одежда, в общем. Вот, и это так странно, на самом деле, с мамой намного больше стала общаться, и это тоже, знаете, такое интересное изменение в моей жизни, потому что раньше мы с ней общались, ну, вечером, так, минут 5. Привет, как день прошел, хорошо, все прекрасно, пока. Я пошла смотреть телевизор, я пошла к себе в комнату делать уроки и так далее. А сейчас мы прям идем, так, ох, болтаем. Это очень миленько, на самом деле. Вот, и я буду продолжать... Наверное, позависаю немножко еще в компьютере, что-нибудь поделаю и лягу спать.